В эфире новости 24 на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Смерть на М7. ДТП произошло сегодня днем в Судогодском районе. На 213-м километре федеральной трассы легковушка «Лада Приора» въехала в грузовик «Ивэко». В результате водитель «Лады» скончался еще до приезда скорой помощи. По предварительным данным, ДТП произошло по вине погибшего. Автовладелец 88-го года рождения, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением и оказался на обочине, где стоял грузовик. Затормозить вовремя не сумел, потому что, как говорят в ГИБДД, неправильно выбрал скоростной режим. В итоге легковушка буквально впечаталась в прицеп грузовика. Водитель погиб на месте. Других пострадавших в этой аварии нет. Неуловимый мститель снова взялся за ружье. Уже пятый год ни жители дома номер 16 по улице Белоконской, ни городская полиция не могут поймать человека, который методично портит чужое имущество. На счету неизвестного несколько десятков обстрелянных из пневматической винтовки машин и как минимум 7 проколотых покрышек. Отправить белоконского стрелка за решетку обещал еще бывший начальник городской полиции Александр Разов. Но тщетно. На место событий отправился Евгений Локтионов. Очередной выстрел на улице Белоконской прозвучал в минувшее воскресенье, около 4 часов дня. Прежде снайпер выбирал в качестве мишени крутые иномарки, но на этот раз явно целился в лобовое стекло старенького Ниссана, принадлежащего местному жителю. Молодой водитель, конечно, знал, что по машинам на этой внутридворовой парковке постреливают, но за свое авто прежде был спокоен. Когда это началось еще года 4 назад, думали, что он как-то злится на людей, кто в достатке. Потому что били машину, ну, хорошую. А вроде у меня, я все это время не попадал, потому что машина побита. А оказалось, это ему не важно. То есть, видимо, какая-то игра. Или не знаю. Ну, хотя я мог, конечно, здесь помешаться. И здесь выбивают ковры часто. Но как бы можно же подойти и сказать. Дежурный наряд полиции, прибывший на место, осмотрел машину. Даже невооруженным глазом видно, что инородный предмет входил в стекло под углом, сверху вниз. Наряд полиции предположил, хотя они не баллисты, не я не баллист, но предположили, что либо подошли и в упор стреляли, либо стреляли с этажей. Это выше где-то 4-го этажа. Именно сверху неизвестный обстреливал припаркованные во дворе машины год назад. Причем автотранспорт страдал с обеих сторон дома. Скорее всего, злоумышленник стрелял с крыши. Такую версию выдвигал год назад начальник городской полиции Разов, обещавший в кратчайшие сроки не только поймать стрелка, но и упечь его за решетку. За стрельбу в городе мера только одна – содержание под стражей. Я думаю, мы найдем это лицо, тем более круг молодежи нам известен, кто проживает в этом доме и кто за что ранее привлекался к административной ответственности. Но поимка стрелка оказалась слишком сложной задачей для владимирской полиции. Правда, на какое-то время он затихарился. Выстрелы прекратились, но вместо этого во дворе на Белоконской кто-то начал резать покрышки колес. И вот спустя год стрельба вновь возобновилась. Были ли произведены выстрелы с крыши? Об этом можно только предполагать. Но, во всяком случае, выход на крышу этого дома и сегодня открыт для любого желающего. Более того, кто-то предусмотрительно спилил дверную дужку ножовкой. Но полицейские считают, что на этот раз с крыши никто не стрелял. Первоначальный осмотр автомобиля, первоначальные опросы какие-то, которые были проведены на месте, не дают основания говорить о том, что это вновь завелся у нас в городе, в частности, вот в данном районе, какой-то стрелок. Скорее всего, данное повреждение было разбито с лобовой стекло. Вот был нанесен удар каким-то тяжелым предметом, возможно, кирпичом. Версия о том, что в его машину не стреляли, очень развеселила Артема. Похоже, от осознания своей беспомощности перед неуловимым стрелком полицейским проще забыть эту историю, чем реально расследовать ее. Тем более на уголовное дело, как ни крути, разбитое лобовое стекло не тянет. Дежурные сказали, что это не удар биты, это не бросок камня, это 100% стреляли. Из чего стреляли, они сказать не смогли. То есть, если бы это был камень, площадь поражений была бы больше, а здесь четко круглое отверстие. Ну а пока владелец машины и правоохранители спорят, а был ли выстрел, жителям дома номер 16 придется снова жить в страхе. Причем не только автомобилистам. Жителям известно, что местный стрелок очень часто выбирает в качестве мишеней гуляющих во дворе собак. А песочница и вовсе давно стала для него пристрелочной. Евгений Локтионов, Александр Мажаров, 6-й канал.
Поездка без рогов. Во Владимире пошел первый троллейбус на автономном ходу. Правда, пока в тестовом режиме. Электрический транспорт уже успел побывать в Загородном и в Юго-Западном районе. Какие дальнейшие планы у Владимир пассажир транса и сколько стоит ноу-хау? На троллейбусе без привязи контактной сети прокатился Алексей Соков. На стекле табличка «Обкатка», на крыше вместо привычных штанг – аккумулятор. Среди пассажиров троллейбуса лишь пресса, но это пока. Уже третий день в городе тестируют троллейбус на автономном ходу. Вскоре он может выйти на регулярный маршрут для всех. Сегодня мы проехали 4 с небольшим километра без контактной сети. Разряд аккумуляторных батарей составил порядка 15%. Вот, то есть, соответственно, вот мы рассчитывали на запас хода 10 километров. Даже вот эти вот предварительные испытания не показали, что те аккумуляторы, которые находятся в данном троллейбусе, ну, их даже может хватить на больше, чем на 10 километров. Сегодняшний маршрут – Юго-Западный микрорайон. Линия в новую часть города не проведена, поэтому обычные троллейбусы туда не ходят. Прежде чем поехать по новому маршруту, водитель отсоединяется от контактной сети. Пока это делается вручную, но когда технологию поставят на поток, говорят о Владимир пассажир трансе, электрический транспорт оснастят автоматическим подъемником штанг. Автономный ход позволяет экономить около 35% электроэнергии. Еще плюс новые маршруты. Хоть ноу-хау в 8-м ЮЗе встречали и с удивлением, горожане такую инициативу одобрили. Замечательно. А то штанги срываются, бывает, я видел, одному штангу ударил. Да. Лет несколько назад сорвалась штанга и ему ударил по голове. Чтобы переоборудовать один троллейбус, потратили около 2 миллионов рублей. В городской бюджет не влезали, собственных средств хватило. Для сравнения, готовый троллейбус на автономном ходу стоит порядка 8 миллионов. Правда, устанавливали аккумуляторы не местные инженеры, а специалисты из Челябинска. Там этим занимаются давно. Однако в будущем переделывать троллейбусы Владимир пассажир транс будет сам. Сколько всего, пока неизвестно. Из 115 троллейбусов на такие длинные расстояния пока может ездить один троллейбус. Еще 3 без подпитки от контактной сети проехать могут метров 500, чтобы, например, объехать столкнувшееся авто. Раньше едешь, смотришь, ага, авария, все, стоишь, ждешь, пока приедет ГАИ, либо же разворачиваешься, едешь удлиненный рейс, либо укороченный, то есть потом вставать в график, это проблематично. А сейчас авария, снял штанги, объехал, поставил и поехал дальше, не задумываясь ни о чем. Как бы, прям, не знаю, люкс. Чтобы запустить отдельный маршрут, говорят о Владимир пассажир трансе, нужно около 10 таких машин. Тогда, может, электрический транспорт снова заходит по старому 6-му маршруту в Загородный, а может, даже и в Юрьевец. Юрьевец – это довольно смелое заявление, потому что там вот такие затяжные спуски-подъемы. Конечно, пока страшно, пока надо вот посмотреть, как они ведут себя здесь. Но вот даже вот эти испытания нам уже показали, наверное, мы и Юрьевец осилим. Алексей Соков, Иван Людков, 6-й канал. В пойме Клязьмы полным ходом идет строительство нового городского пляжа. По плану он будет площадью более 1000 квадратных метров. Сейчас водолазы проводят предварительное обследование на предмет донных отложений. Официальное открытие пляжа запланировано на 15 июня. Как идет подготовка? Увидела Карина Трошенская. Водолазы осматривают дно Клязьмы. Работы идут на территории, где в ближайшее время планируется открыть новый городской пляж. Сейчас ведется предварительное обследование на предмет донных отложений. Пока работает только одна бригада. Водолаз погружается на дно, чтобы определить толщину ила. В дальнейшем к работе подключатся еще 3 бригады. По мнению специалистов, потребуется немало усилий, чтобы будущий пляж соответствовал нормам комфорта и безопасности. Здесь всегда происходили массовые стихийные купания, потому что, вот, насколько здесь, мы уже не первый год, и, значит, и выставляли, после дежурили. Вот. Но территория, донная территория оставляет желать лучшего. Вот видите, земснаряд сделал выработку песка с того берега. А донная часть, ну сейчас посмотрят наши водолазы, сделают оценку. Обследование дна – один из основных этапов подготовки территории для строительства пляжа. Проводит работы Владимирская региональная общественная организация «Спасатель». На очистку дна акватории площадью более 1000 квадратных метров водолазам дается всего 4 дня. Водолаз Максим Павлов рассказал о состоянии предполагаемой зоны для купания. Песок присутствует, но очень мало. В основном мы ил глубиной до метра. Ну, мусор в илу, то есть весь его все равно не прощупаешь. Ил, глубина метра, еще повторяю. То есть я просто даже не достаю рукой до дна, то есть до песка. Там один сплошной ил.
А на берегу ведутся строительные работы. Готовится площадка под пляж и прилегающую к нему инфраструктуру. Сейчас прибрежную территорию засыпают песком, чтобы по пляжу было приятнее ходить. Также в ближайшее время будут взяты пробы воды. Но, как сообщил Борис Беликов, начальник городского управления гражданской защиты, они не являются основным показателем при сдаче городского пляжа. Пробы воды – это не основной показатель. Нигде не написано, все равно люди, вы сами знаете, хорошая вода, плохая. В прошлом году на Семязино, вы знаете, пробы воды взяли, там что-то там нашли. И там неделю или две мы, соответственно, вывешивали черный флаг, и, соответственно, люди там не должны купаться. Открыть городской пляж планируют 15 июня. В управлении гражданской защиты рассказали, что строители в сроки укладываются, и объект будет сдан вовремя. Карина Трошенская, Иван Людков, 6 канал. В регионе наступил период активности клещей. В этом году за помощью к медикам обратилось более 600 жителей области. А исследования выявили, что 8 кровососущих оказались носителями клещевого энцефалита и 2 – клещевого боррелиоза. В каких районах области наибольшая вероятность подцепить клеща и что нужно делать при его обнаружении? Более подробно говорим об этом с начальником отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Надеждой Говорухиной. Сегодня она гость студии 6 канала. Надежда Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Васильевна, весна плавно перекочевала в лето, люди потянулись на природу. Так вот, куда им опасно ходить? Опасно ходить туда, где высокая трава. Потому что клещи распространены по всей территории области. И, собственно говоря, кусают-то везде, только в некоторых местах обращаются чаще к медицинским работникам, в других районах реже обращаются. Очень больше всегда обращаются те, кто живут во Владимире и в крупных городах. То есть для них медицина как бы более доступна. Если говорить более подробно о статистике, сколько случаев зафиксировано в этом году, что за случаи, насколько они были опасны? В этом году зарегистрировано уже более 600 случаев обращений, потому что обращаются далеко не всегда. И было исследовано 408 клещей. В 8 случаях был получен результат положительный на клещевой энцефалит. На клещевой боррелиоз было исследовано еще очень мало клещей, 6 всего-навсего. И только в 2 случаях был определен боррелия, то есть возбудитель клещевого боррелиоза. И это говорит о том, что заболевание болезнью Лайма или клещевой боррелиоза для нашей области гораздо более актуальны, чем заболевание клещевым энцефалитом. К счастью, такого тяжелого заболевания в нашей области уже давно не регистрируется. В том случае, если все-таки человеку укусил клещ, присосался этот клещ, то нужно как можно раньше его удалить, потому что пока он сосет кровь, в это время из желез клеща передается возбудители, попадают в организм. Чем раньше снят клещ, тем лучше. Если же не удается, и кроме всего прочего, клещ, который только что присосался, он легко можно удалить. Тот, который давно присосался, его удалить гораздо сложнее, так как вокруг места укуса нарастает отек, и клещ как бы погружается в ткани. Поэтому удалить его труднее, приходится обращаться к медицинским работникам, чтобы аккуратненько его удалить. Удалять нужно, конечно, целиком клеща, а не кусочки его, потому что если осталась головка, то это нехорошо, это продолжается отрицательное воздействие. Насколько эффективен вот этот народный способ смазывания подсолнечным маслом? Да он совсем не эффективен. Лучше поэтому удалять просто пинцетом аккуратненько и затем обработать ранку каким-либо антисептиком, чтобы предупредить возникновение просто воспалительного процесса. Не говорим уже о каком-то заболевании, там, клещевом боррелиозе или еще каком-то другом, а именно, чтобы предупредить просто гнойный процесс воспалительный. Нужно ли относить клеща на исследование? Бесплатная или платная эта процедура? Сколько она длится? Клеща следует относить на исследование тогда, когда его быстро сняли. Почему? Потому что если человек обнаружил клеща там позже 4-го дня, то смысл исследовать клеща уже нет. Почему? Потому что даже если будет получен результат, например, определен антиген клещевого энцефалита, то в этом случае вводить иммуноглобулин
средства экстренной профилактики клещевого энцефалита, будет уже поздно, потому что введение иммуноглобулина рекомендуется до 4-го дня. Поэтому в этом случае, если довольно-таки рано сняли клеща, то его можно отнести в лабораторию. Лаборатория особо опасных инфекций находится на улице Офицерская, 20 во Владимире. И там проведут исследование. Исследование проведется быстро. В случае, если это гражданин принес вот, ну, как частное лицо, то в этом случае это платное. Но это необходимо для того, чтобы удостовериться, да, является ли клещ переносчиком? Является ли клещ переносчиком. И тогда, когда это до 4-го дня сделано, то в этом случае можно будет сделать иммуноглобулин для профилактики. Хотелось бы еще поговорить о случаях бешенства. В этом году у нас был выявлен шокирующий случай. Кот укусил собственного хозяина. Мужчина не обратился вовремя за помощью, после чего скончался в областной, по-моему, клинической больнице. То есть, получается, да, каждый владелец питомца может пострадать? Да, может пострадать. Бешенство животных в этом году у нас увеличилось. Если в прошлом году за весь год было 38 случаев бешенства животных, то на данный момент в области 22 случая. Из них 70% – это лисы. Затем идут кошки и потом собаки. То есть вот смотрите, домашние кошки вот в Ковровском районе у нас уже несколько кошек, ну именно конкретно три, которые заболели бешенством. И вот в одном случае был летальный исход, человек заболел и умер. Поэтому... Какие сроки не поздно обращаться за помощью к медикам после укуса енотовидной собаки или той лисы, кошки? Вы знаете, чем раньше обратишься, тем лучше. Потому что, как вот говорят иногда, что вирус бешенства это вот и прививки, это бег по дистанции, кто кого опередит. И в случае попадания слюны бешеного животного, содержащего вирус, значит, он начинается по ходу нервных стволов двигаться к головному мозгу. И если он добежит быстрее, чем, например, вакцинный препарат, то тогда возникает заболевание. Иногда говорят, ой, это 40 уколов. Нет, это уже давно не 40 уколов. И поэтому прививки нужно начинать делать обязательно. Спасибо большое, Надежда Васильевна. Я напомню, мы беседовали с начальником отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Надеждой Говорухиной. Будущее Владимирского мотоспорта. Накануне наша команда вернулась с первого этапа чемпионата России по мотогонкам. Выступали спортсмены в классе питбайк. Эти мотоциклы менее мощные, но более универсальные, чем известные кроссовые железные кони. Взрослые участники нашей команды в призеры не попали. Но такая задача перед ними и не стояла, говорит главный мотогонщик 33-го региона Андрей Чернов. Попали в Москву первый раз. Первый раз такого уровня соревнований, очень высокий уровень. Почти что как Европа, потому что ну, старт с машинок, широкая трасса, глаза боятся у всех. То есть, ну и парни все проехали, все доехали до финиша, это уже круто. Как бы следующий этап, я думаю, все сознанием дела уже приедут и покажут более хороший результат. Настоящей неожиданностью для всех стало призовое место самого юного члена нашей команды, 13-летнего Даниила Кириллова. Занимается он мотогонками всего 2 месяца и до этого участвовал лишь в одном официальном соревновании. На первом же этапе чемпионата страны Даниил на своем мотоцикле с объемом двигателя до 140 кубических сантиметров смог занять 3-е место из 6 мотогонщиков. Правда, за бронзовую награду пришлось сражаться по-настоящему. Результат мотобоев – сломанный руль. Теперь владимирцы чинят своих железных коней и готовятся к следующему этапу чемпионата России. Он состоится в середине июня в Москве. К нему надо опять привыкать, потому что я его весь согнул. После согнул из-за чего? Падений. Ну, после падения. Чтобы старт нужен, вот так вот надо сделать. Угу. Это вот на этом руле, это нереально сделать. Ага. А вот, например, на этом? Ну, на этом намного легче, потому что он прямой. У него изначально была задача никуда не спешить, не падать и доехать до финиша максимально быстро, как он сможет. Он превзошел все ожидания, приехал на подиум, за это ему респект. Не умеет переключаться, он частенько едет на одной и той же передаче. Вот, научиться переключаться, научиться прыгать смелее и как бы будем тренироваться. В чем признались солдаты НАТО, как обойти антитабачный закон и когда во Владимире появится свой Арбат? Это сегодня активно обсуждают пользователи интернета в Твиттере, а вместе с ними и мой коллега Иван Людков. Ему слово.
Александр Славянинов в своем твиттере рассказал, что натовцы уже не стесняются говорить, что поставляют хунте вооружение и амуницию. В частности, речь идет о тепловизорах и бронежилетах. Твой аккаунт Life News проинформировал, рестораторы в России решили, что открытые веранды не попадают под действие антитабачного закона. От себя отмечу, во Владимире курение на летних верандах ресторанов и кафе запрещено. Татьяна Горянина пишет, последствия пожара, который накануне случился в центре Коврова, еще предстоит осмыслить. Но когда, наконец, в городе оружейников заработает система гидрантов? А избы по-прежнему все горят и горят. Вот такой фотографией поделилась Татьяна. По сведениям Светланы Круз, есть надежда, что центр Владимира не станут закрывать для машин, а в перспективе пешеходной может стать улица Георгиевская, как и предлагали музейщики Светлана Мельникова и Алиса Аксенова. Твиаккаунт Департамента образования сообщил, что в Меленках проходят всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Пресс-служба администрации города информирует о новом наборе детей во Владимирский хор мальчиков и девочек под управлением народного артиста России Эдуарда Маркина. «Добро пожаловать в ИКАР!» Именно так в твиттере написала начальник управления по делам молодежи администрации Владимира Елена Аксенова. Этим летом лагерь будет работать в три смены по 350 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. И последнее. Известная телеведущая Тина Канделаки сообщила, что в Москве сегодня побит температурный рекорд 117-летней давности. Воздух прогрелся сегодня до 28,1 градуса тепла. На этом все. Не забывайте читать нас в твиттере. На этом у нас все. Еще больше новостей читайте и смотрите на сайте 6 канала 6tv.ru. А если у вас есть чем поделиться и вы хотите стать героем нашей программы, звоните в редакцию по телефону 36 66 66. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.